Добрый день, с вами канал Малорама. Представляем вашему вниманию новый фильм Скандер Эрчель под названием «Оставь все ветру». Скандер Эрчель и Барыш Айдуль сыграют главные роли в романтической комедии под названием «Оставь все ветру». Глобальная платформа Netflix приобрела права на показ фильма Рюзгара Бирак «Оставь это ветру». Интересно отметить, что все площадки вели переговоры по фильму, но последним словом был Netflix. Съемки уже начались в Стамбуле, но большая часть фильма будет сниматься в Чишме, Урле и Алачаты. Ожидается, что фильм будет готов к концу августа 2024 года. Режиссером картины станет Энгин Эрден. Сценарий написала к фильму Джейлан Назбайкал. Продюсером проекта выступила компания OG Media. В центре сюжета жизнь Эге Эзиджи, которого сыграет Барыш Айдуч, и Аслы Мансой, которую сыграет Скандер Эрчель, наследника могущественной бизнес-группы Язман. Аслы генеральный директор компании, живет в Стамбуле, а Эге ведет тихую жизнь на лоне природы в Чишме. После долгих лет отсутствия молодые люди вновь встретятся, чтобы побороться за будущее компании, которая находится на грани банкротства. Аслы планируют построить большой отель в бухте, а Эге, вернувшись из-за границы и открывший в Чишме собственную школу серфинга, отказывается ради этого менять ландшафт местности, что вызывает серьезный спор между ними. После заседания советов директоров, Аслы, жительница города, которая хочет спасти компанию и своей семьи, берется за дело и пытается договориться с Эге, парнем, который хочет сохранить окружающую среду такой, как она есть. Поначалу прийти к компромиссу будет невозможно, но постепенно влечение, которое будут они испытывать друг другу, приведет их к нерушимому союзу, который перерастет позже в страстный роман. Разворачиваются события будут в самых красивых городах Турции. Так что, кого заинтересовал этот прекрасный дуэт турецких актеров, пишите в комментариях и ставьте ваши лайки. На этом на все, подписывайтесь на канал и до скорых встреч!